Что хочу сказать. Вот ты со мной тоже практически от начала. Вот скажи, что конкретно тебе дало это женское служение, женская церковь? Женская церковь мне дает... Ну, я вижу, что здесь можно реализовать свой потенциал, свои, ну, какие-то дары, таланты, да, которые есть внутри меня. И еще я могу, ну, поделиться своим пережитым опытом именно, да, для женщин. Потому что, ну, я считаю, за 10 лет как бы много пройдено, этим можно поделиться. И я верю, что это кому-то помогает. И это реально кому-то помогает. Помогает многим женщинам. Она просто стесняется. Скромная, истинная Божья женщина. Будь с нами на этой новой женской конференции. Не пропусти.